нахожусь рядом с лагуной Килатоа. По-прежнему страна Эквадор. Вот у меня сейчас задача решить, или иду я вокруг, или я спускаюсь вниз. Вот туда. Потому что вокруг, это говорят, около 4-5 часов. Соответственно, если я пойду вокруг, то я уже не успею спуститься вниз. Определилась. Пойду вниз, потому что все-таки сверху я лагуну уже так или иначе видела. И обходя ее вокруг, я все время буду ее видеть, получается, сверху. А хотелось бы увидеть ее и снизу. Сейчас вот я выйду на вот эту дорожку и пойду вниз. Лагуна находится на высоте 3900 метров, а спуститься нужно будет где-то примерно на 700 метров вниз. Немножко обманула, не на 700 метров вниз, а на 300-350 метров вниз. В любом случае, когда высота уже почти 4000, и ты спускаешься вниз, каждые 100 метров, это уже плюс. Это когда вниз. Внизу будет дышаться легче. Так вот, подниматься будет сложновато. Это нужно будет за 1,7 километра спуститься на эту высоту, высоту 350 метров. А потом вот придется еще подниматься. Ну, кому сложно, тут, кстати, можно арендовать лошадь. Не знаю, сколько это стоит, может быть, позже поинтересуюсь. А вот и снова лагуна. Она будет меня преследовать всю мою дорогу. Тут миленькая маленькая птичка поет. Попробую увеличить, может быть, вы ее увидите. Так, я почти внизу. Это последняя обзорная площадка перед спуском вниз. А я спросила, лошади стоят $10 на человека. И знаете, я, наверное, даже прокачусь на лошадке. Это, в принципе, я так подозреваю, недорого. Потому что до этого в Великобамбе, когда я была, там, чтобы подняться к водопаду, стоило $30. Так, ну что, я уже подхожу. Сейчас будет красивый вид. Парочки сидят.
романтик.